Здравствуйте, дорогие наши зрители, подписчики нашего канала. Как всегда я говорю, если вы на нашем канале, значит у вас скоро свадьба. Приятные хлопоты, приятные заботы, особенно для мам, для бабушек. Они очень усердно, вернее, как всегда, все ждали этого мероприятия. А мамы и бабушки больше всех начинают волноваться, больше всех начинают переживать, как подготовиться, как пойти, как познакомиться с хударами, с чем пойти, что понести, какие подарки. Поэтому вот хочу сказать, что раз вы у нас на канале, значит у вас хорошее событие, значит у вас счастливое событие. Значит, у вас свадьба, худалах, сраса, салу, мероприятие, и вы к нему готовитесь. Вот. Ну, что мы вам можем предложить? Вот такой классический набор. Не то, что классический. Классический у нас коржин. Классический двусторонний коржин. Вот в таком оформлении. Посмотрите. Нежно, красиво, все переливается, все сверкает. Ну вот такая нежность. Королевский велюр. Вот. А внутренность хочу показать. Вот два. На вазу повесила. Он когда пустой, не очень стоит. Вот фетр внутри. Все аккуратненько, все очень здесь. Тоже также вот двойной карман, такая ручка у нас, вот, с кистями. Ну, я всегда говорю, подарки могут дарить все, но как дарить подарки, это искусство. Как преподносить, как презентовать свои подарки, особенно худаларам, это тоже одно из таких красивых мероприятий, которые нужно делать тоже с размахом. Я так думаю. Даже если вы идете там с двумя корзинами, но это все должно быть красиво, достойно. Допустим, там коржин, когда заносите с ручками, когда держат с двух сторон два парня, красиво как-то, или два вашки, красиво очень. Вот, поэтому сундук. Просто недавно начали заказывать два коржина. Я говорю, два коржина, ну, как-то, конечно, красиво, но как-то, ну, не знаю. Мне нравится, когда разные изделия несут. И вот я предлагаю сундук. Сундук – это вариант коржина. Когда не хотят коржин нести, можно нести просто сундук. Вот. Сундук также оформлен. Один дизайн с коржином. Вот, внутри у нас вот так все аккуратненько, все чистенько, все. Вот. И вместительный, как правило, 63 сантиметра на 33. И ширина 42, по-моему. Так, сантиметров, вот кожан такой большой. Вот. Хочу сегодня остановиться на наших украшениях. Вот, конечно, мы берем классический узор за основу, чтобы подчеркнуть наши национальные традиции, кроме того, что мы несем изделия в нашем, ну, именно нашему, наверное, народу. Калта, коржин, какие-то есть вариации у других людей, народов, вернее, да, но вот я хочу сказать, что вот мы немножко как осовремениваем уже само мероприятие, потому что все говорят, что мы не хотим, допустим, там, у нас современные взгляды, у нас современные худалары. Мы хотим понести красиво, достойно, и чтобы это было, ну, короче, как сказать, классически, но современно. Вот поэтому мы работаем над этим дизайном тоже, в общем, и всегда над этим вопросом, чтобы как бы наши изделия соответствовали духу времени. Вот так. Поэтому вот салкилешка наша классическая. Так, я сказала, коржин
Коржин классический, сундук дополнения к коржину, можно его использовать вместо корзин. Вместо корзин можно ложить сюда алкогольные, какие-то тяжелые подарки, потому что он на колесиках у нас, основа твердая, жесткая, там он грузоподъемный, ну, в пределах нормы, естественно. Вот, на сундуке я остановилась. Теперь хочу сказать, вот, сейчас модно стало кудагы халта. Вот, поэтому вот предлагаю вот такой, тоже одна из вариаций халтушек. Вот внутри атласный подклад, все внутри, ручка и, ну, такой вот, недавно сказали, вот, несем на подарок маме норковую накидку и бриллиантовый набор. Ну, так, чтобы не нести там 2-3 пакета, да, допустим, ложить это все, вытаскивать. Я предложила вот такую халтушку. Говорю, халта сумка для худагы. Положите туда свою накидку, положите туда набор. И когда понесете, будете, ну, во-первых, вручите и спокойно оттуда вытащите и подарите, накинете на плечи. И будет это как красиво, достойно и шикарно. Я так думаю, что, в общем, преподнесение подарков тоже искусство. Вот. Теперь хочу остановиться на нашей салкилешке. В общем, мы всегда показываем, конечно, вот так развязываются бантики. Вот так она открывается. Вот. Внутри все аккуратненько. И здесь внутри вот так тоже. Мягенькая подушечка. Вот она такая. Сюда ложатся сережки. И потом вручается. Как правило, спрашивают, а куда потом это девают? Я говорю, ну не знаю. В общем, у каждого свое. И корзины, и халта, и коржины. Как правило, ну, у нас рамшилада, басказахтармс. Поэтому обычно как бы раздают там же на месте. Ну, кто открывает, тот и забирает. А салкилешку, как правило, можно либо оставить дома, либо подарить, допустим, если сестренка, ей оставить, допустим, которая уже будет, ну, близко возраст, замуж выходить, или какая-нибудь подружка, или родственница, сестренка, которая замуж не вышла, да, допустим, не выходит, ну, не то, что не выходит, ну, и время пришло, и уже ей надо выходить, и вот рамдап можно подарить ей тоже это салкилешка только после того, как уже оттуда вытащат сережки, подарят, и вот, вот такое у нас тоже нежное исполнение, аксессуары, основа классические наши казахские узоры, и ЮКО, конечно. И такая нежная-нежная красотулька получается у нас шкатулка. Вот. Ручная работа. Все вручную, все с душой, все с любовью. Так. Поэтому, ну вот, набор. Здесь можно добавить, конечно, и корзины с фруктами, корзины для сухофруктов. Корзины сейчас ложат, несут жент-курт, корзина с кумысом, шубатом, корзина с хлебная. Ну, в общем, все зависит от ваших желаний, от ваших, как сказать, представлений этого праздника. Ну, в общем, как правило, очень много, ну, как бы родители всегда уже, когда дети подрастают, мечтают, думают, как проведем этот праздник, как пройдет этот, как, что понесу, что подарю кудаларга. Да, ну вот, и в общем, когда настает время этого праздника, некоторые теряются, некоторые начинают переживать. Но это тоже приятные хлопоты, которые приятные переживания. Вот. Еще раз хочу сказать, не забывайте нас лайкать, рекомендовать нас. Сарафанное радио – это самая лучшая реклама, которая существует в мире. Вот. Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. Благодаря вашим подпискам мы тоже становимся популярными на YouTube. Я же говорю, YouTube начинает нас любить и тоже рекламировать. Но это тоже надо заслужить. Мы уже на канале больше 2 лет. И, в общем, тихонько-тихонько набираем обороты. Но тоже это благодаря вам, вашему доверию, вашему вниманию, вашему отношению к нам.
Вот, заказчики наши возвращаются, заказчики пишут отзывы, и это тоже очень приятно, когда мы работаем с нашими, как сказать, с ответной реакцией нашей аудитории, нашей целевой аудитории. Вот. А наша целевая аудитория – это наши заказчики, наши молодожены, родители молодоженов, вот. Молодые родители, которые проводят праздники, Калжа, Шильде, Хана, Цаукисер, Теляшар, ну, в общем, все праздники, которые можно, на которые можно понести корзинки, новоселья, юбилеи, на которые можно понести подарки, упакованные в наши изделия. Ну вот, Жаннур всегда готов идти к вам навстречу и всегда готов исполнять, притворять ваши желания в жизнь, и в это вкладывая еще свою любовь. И любовь к вам, любовь к творчеству, любовь к своим изделиям. Вот, Жаннур с вами. Жаннур творит для вас любовью. Будьте с нами, приходите, заказывайте. Пусть будет много-много праздников. Пусть будут счастливыми наши молодожены. И пусть будет много немерешек. Жаннур с вами. Подписывайтесь. Пока-пока.